Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который просил вот этот замечательный человек, Флиппи. Флиппи постоянно спамил, извините, что сейчас не могу найти, ну, в общем, он спамил. Я думаю, давно смотрит, тот знает про Флиппи. Флиппи всегда добивает своего. Флиппи молодец, далеко пойдешь. Правильно делай. Продолжай в том же духе. Флиппи всегда своего добивается. Он что-то взвился что-то в голову, он будет долбить, пока я не сделаю. Молодец, Флиппи, молодец. А, в общем, ролик называется... А я уж лайк поставил. В общем, утро от первого лица, утро понедельника. Лайк я уже поставил, вы можете лайк поставить мне там. Комментарий написать могли бы уже, пока я тут рассусоливаю. Ну так, чисто в поддержку канала. Даже если вам нечего сказать, ну просто пишите пару-тройку слов. Я пойму. Некоторые так и делают, кстати говоря. Некоторые так и делают. За что им тоже отдельно спасибо. Так, утро понедельника от первого лица. One, two. Если вы, кстати, хотите заказать ролик, ссылочки в описании на донатные сервисы. Да. Что опять? Уже? Уж это работа. Не может быть. По ощущениям, я поспал минут 10. Ну... Телефон какой-то. Такой, знаете, раньше были старый-старый. Вот, значит, полежу еще минут 10. Отлично. 10. Ну, я понял, здесь... Я-то не работаю не на ежедневке. У меня поэтому немножко другие... Я вообще не знаю, знаете, какой прикол есть? Никогда не спрашивай у женщины, сколько ей лет, у мужчины, сколько он зарабатывает, и у человека, который работает... Который работает в смены, там, или смены, или сутки трое, сутки двое. Короче, который работает в смены, какой сегодня день недели? У меня, короче, я работаю, у меня график, там, сутки трое, бывает сутки двое, там, по-разному. Суточный, короче, да, такой сменный график, сменами работаю. И никогда не спрашивают у меня, какой сегодня день недели, я вообще не знаю. Я похрену. Вот это тоже. Плюс 10. Нет, в смысле, тоже говорю, к тому, что... Я прекрасно понимаю, как люди себя чувствуют такие, но у меня такие проблемы в другие дни бывают. 10 равно... А? Что? Я проспал? Только не... Это, пара начинается через полчаса. Подъем, Сережа. Завтрак. Так, самый быстрый завтрак это что? Жареная курица с картошкой в масле, запеченная под сливочным... Не то. Антрикот... Такой сразу поток мысли. По-бретонски. О чем я думаю? Яичница? То, что надо. Мне нужна сковородка. Масло, соль, яйца. Нет яиц? Вот блин! Точно! Приготовлю блины. Хотя стоп, там тоже нужны яйца. Хлопья с молоком. И нет проблем. Хорошо, себе миску сохерачил. Перекусил. Чищу зубы. У меня всего 20 минут. Быстрее чищу. Отлично. Я не помню, собирал ли я с вечера рюкзак. Собирал или нет? Хоть бы собирал. Хоть бы собирал. Нет, не собирал. Расписание. Понедельник. Экономика. Я... Анжумания. Анжумания. Нет, это типа, неправильное тебе расписание. Я вот все прицеплю сейчас. Какой правильный распорядок дня. Графия. Черчение. Английский язык. Физра. 5 пар? Издеваетесь? Хотя стоп. Последняя физра. Значит, у нас 4 пары. Закидываю тетради в рюкзак. Следом учебники. Не могу найти географию. Пофиг. На месте разберусь. Джинсы. Кофта. На улице холодина. Снимаю джинсы. Надеваю подштаники. Снова джинсы. Теплая куртка. Ботинки. Мне осталось 10 минут. Вышел на улицу. Добежал до калитки. Где ключ? Это когда, да, вот когда... Когда торопишься, суетишься, все вот идет через жопу. Все идет через это, когда суетишься. Вернулся, взял ключ, открыл калитку. Бегу, лечу, парю. Стоп. Где рюкзак? Забыл запереть калитку. Парю назад, лечу, бегу. Устал. Надо отдышаться, хотя я уже перед дверью. Запер калитку, жутко болит печень. Иду, медленно иду, ползу. Ладно, да. Ползу, говорит. Жутко болит печень. Это потому что... с правой стороны как болит бок... Там разные версии есть, конечно, но... Хотя ладно, что я говорю, сам не знаю почему. Пнули. Побежали. Давай, Серега, ты сможешь? Добежал до остановки. До пары 2 минуты. Пишу в беседу группы ВКонтакте, что опоздаю минут на 10. Отважьте, пожалуйста. В беседе надо мной начали угорать. Но как будто сами никогда не опаздывали. Прошла минута, 2 минуты, 5 минут. Где же этот паршивый транспорт? А он, сука, всегда опаздывает, когда ты опаздываешь. Тебе надо, и он, блин, хрен дождешься его. А наконец-то мой автобус. Ура! А где мой рюкзак? Да ну нафиг. Я же говорю, рюкзак забыл. Бегу обратно, лечу, парю, запыхался, ключ, калитка, дверь, хватаю рюкзак, звонит телефон, это староста. Я поднял трубку и сказал, что уже подъезжаю, пусть только не ставит мне энку. Положил трубку, бегу, от усталости темнеет в глазах. Давай, еще чуть-чуть. Это как в играх, которые видят из глаз, когда тебя жизни мало, тебя подбивают, и такой, тшшш,
наш экран тоже тебе. Я подбегаю. Еще немного. Терпи, чувак, ну же. Я теряю сознание. Добежал. Сел на скамейку. Снова звонок от старост. Взял трубку. Хотел что-то сказать, но не хватало воздуха. Он сказал: ты куда там в воскресенье намылился, приятель? Ай, блин. Ой, блин, а. У меня такое было, как ты. Привет! Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Тут ролики выходят каждую неделю. А если это видео наберет 10 тысяч лайков, я продолжу снимать ролики в формате от первого лица. При этом... Да, продолжите. Вы же продолжаете. Так. Ух ты, ё-моё, тут кое-что лишнее. Со стрима забыл убрать. Так, сейчас сделаю, чтобы переход был. Вот. Так, друзья мои, вот такая получилась реакция. Понравилось или нет, напишите в комментариях, ставьте лайки и делайте репост в свои социальные сети. Пожалуйста, пожалуйста. Будьте клёвыми. И всем пока.